Вы боитесь, что это вы его убили? Уверовала. Почему ты мне, братья, ничего не сказал? Маш, ну помоги. Я ненавижу тебя. Я же просил тебя не лезть в его дело. Начните сначала. Я всегда так делаю, если в тупик захожу. Он упорно пытается найти в моей квартире что-то. Как вы это объясните? Что вы делали 20 минут? А как вы сюда попали? Я адрес на работе у меня.